Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа «Я в Бийске, а у вас?». Я очень люблю зимние виды спорта и буквально на днях впервые в этом сезоне покаталась на коньках, чему очень рада, потому что получила массу позитивных эмоций. А вот что у вас интересного произошло на этой неделе? Ой, интересное. Ну, во-первых, предновогодние подготовления к праздникам, суета предновогодняя, каждый год радуемся в преддверии Нового года. Ну, в принципе, особо неделя не была ничем примечательна, но настроение хорошее от того, что впереди праздники, встречи с друзьями. У моей дочери был юбилейный день рождения. Мы прекрасно отметили его в кафе «Счастье». Всем рекомендую, не реклама. Это было самое красивое и знаменательное событие. Ездили в Шерегеш, катались на лыжах, на бордах. Открытие сезона. Я на этой неделе ездил в Березовку, помогал друзьям работать в гараже, рубил дрова, ездили, забирали людей, увозили, таксовали. Вот. Как-то так. Интересного. Поставила прививку вторую. Получила сертификат со штампом. Ну, а так все нормально. Я тоже самое. А, и еще хочу сказать, ваша управляющая компания нам сделала ремонты во всем доме, кроме четвертого подъезда. Но, говорит, сделает на тот год так красиво. Кафель постелили, ящики сделали, окна пластмассовые. Спасибо им от всей души. На этой неделе мы готовились к Новому году, закупали продукты, наряжали елку, еще сына день рождения, веселые недельки. Да все нормально, готовимся к Новому году. К Новому году готовимся, все. Подготовка идет к Новому году. А что делаете? Ну что делаем, пьем. Готовилась к Новому году, убирала в квартире, вешала шторы, прибиралась, мыла все. С внуком занимаемся, кого готовимся, успехи. Говорит, что теперь он уже консультирует и в лицее. Это очень радует. Замечательно, погода хорошая, скоро Новый год. Ну, все хорошо и прекрасно. И вообще я счастливая пенсионерка. Шампанского купила к Новому году. Ну, в принципе, больше ничего. Какие-то подготовки к Новому году. А что делали именно? Шторы, окна, уборкой, готовлю к Новому году, закупаю продукты. Ну, вот ходили в парки красивые, там эти горки, скульптурки, и оленей видели, ну, как сказать-то, в гирлянде фотографировалась, но впечатлений у детей осталось много. Я занималась ремонтом. Тоже насколько положительных эмоций получила кучу, ну и немного отрицательных. В принципе, еще предстоит ремонт. Успеваю до Нового года, чтобы по силам сделать. Ну все. А что ремонтируете? Начиная с кухни и кончая ванной комнаты. Я усердно работала. Что еще могу сказать? А где побывала? Белокуриху ездила, отдохнула там хорошо. Что еще? Ну, неделя была трудовая, насыщенная. Вот дочь в Новосибирск приехала в гости, так что все замечательно. Это была программа «Я в Бийске, а у вас?». Если вы хотите стать участником нашей программы, выходите чаще гулять на центральной улице города. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока!